Залпы в честь долгожительницы. Во дворе дома номер 72А на Червишевском тракте запустили фейерверк под окнами необычной юбилярши. Так торжественно поздравили Пелагею Александровну Сорвину. Ей сегодня исполнилось 100 лет. Цветы, презенты и памятные дипломы участницы Трудового фронта подарили представители областного совета ветеранов, регионального отделения Бессмертного полка России и администрации города. Пелагея Сорвина во время Великой Отечественной добывала уголь в шахтах Кузбасса в городе Анжеро-Судженске. А после победы отучилась на повара и до пенсии работала в пищевом блоке родильного дома номер 3 в Тюмени. Я не знала, что доживу еще до этой. Так это все было. И пуль мы нагрузили, и по Валии было, где только не помню. Все пережила. Но и холод, и голод. Все пережила. Добавлю, что с начала года Пелагея Сорвина стала уже 6-м ветераном, которого так торжественно поздравили с юбилеем. Мы на протяжении уже 3 лет ведем эту работу. Мы высаживаем голубую ель именным, поздравляем с днем рождения. Это частичка того маленького, что мы можем им немножко дать от нас, от всех.